Добрый день, приветствую вас из Италии. Мы в сентябре еще раз решили съездить на недельку в Италию отдохнуть, потому что отдыхали мы в июне и все лето работали, поэтому хотелось еще отдохнуть. Ну, конечно, погода уже не такая теплая, иногда бывает облачно, и в море, конечно, пока мы еще не купались, не знаю, удастся ли нам там искупаться, но пока погода такая не очень радужная. Хотя людей отдыхает еще очень много, но и большая часть, конечно, итальянцев. Поэтому хочу вас еще сегодня пригласить на прогулку по Лидо де Йезла, по торговой улице. Посмотрим с вами интересные магазины. Также есть и более люксовый сегмент. Прогуляемся, посмотрим. Ну, люкс не в плане тяжелого люкса. Макс Мара, Тори Бёрч. Поэтому давайте с вами посмотрим, что интересного сейчас можно приобрести уже на сезон осень в Италии. И просто с вами посмотрим красивые улицы, витрины, отдохнем, прогуляемся и еще раз побудем с вами хоть через экран на море. Оставайтесь и приглашаю вас в Лидо де Йезла. Очень много людей на торговой улице. Все переместились из пляжа теперь на улицу, все гуляют. В ресторанах тоже много людей, и давайте с вами тоже прогуляемся, побудем в этой атмосфере. И посмотрим вот шикарные браслеты от Тори Бёрч по 225 евро. По-моему, были модные в этом сезоне вот такие очки у Фенди тоже представлены. К сожалению, здесь нет цен. И решила зайти в этот красивый магазин. Здесь такие красивые вещи от Тори Бёрч, от Макс Мара и от других торговых марок. Такие более премиальные. Здесь работают только итальянцы и много итальянцев заходит, выбирает здесь одежду и обувь. Давайте тоже с вами посмотрим. Модные в этом сезоне шоперы из замшевой кожи и ручки, видите, у него тонкие, как сейчас очень модно и актуально. И цена этого шопера 285 евро, в принципе, довольно-таки неплохая цена. Также есть парки, красивый меховой воротник. И вот это покороче, 1480, ну, та, соответственно, длинная, конечно, будет немножко дороже. Очень красивая футболка из плотного трикотажа. И посмотрите, какой красивый карман. И стоимость такой футболки 98 евро. Смотрится красиво. И я вам показываю название бренда. Очень красивые джинсы. Решила вернуться такие, посмотреть и вам показать. Деним очень красивый. И хотя модель, по-моему, слим, она не такая свободная. Поэтому, видите, в Италии тоже модно и широкое, и такие вот немножко зауженные модели. Эти джинсы 260 евро, деним, цвет очень красивый. Понча, посмотрите, какая прелестная, такая тонкая вязка. И в нескольких цветах она, кстати, представлена. Стоимость 375 евро, под джинсы будет просто шик. Очень симпатичная безрукавка в розовом цвете. Это, конечно, искусственный мех, но смотрится он очень красиво. Даже можно сразу подумать, что это норка. Но, судя по цене, 148 евро, естественно, это искусственный мех, но выполнен очень-очень хорошо. А вот эта шикарная шуба стоимостью 1500 евро. Тоже мех искусственный, но смотрится она очень красиво. Красивое пальто от Макс Мара в сером цвете. Посмотрите, смотрится прелестно. 745 евро. Мы с вами обязательно съездим в аутлет Интренд и обязательно посмотрим, что там представлено на сезон осень-зима. Еще у нас очень красивое пальто.
Здесь уже цвет темно-серый, без воротника, тоже от Максмара, 850 евро. Обратите внимание, какое шикарное пальто. И нашла такие шикарные туфельки. Бренд называется Дель Карло. 450 евро. Посмотрите, просто прелестнейшие. И есть еще также другие цвета. Также такие туфельки есть и в зеленом цвете, глубокий зеленый цвет. И к ним есть сумочка от Tory Burch. Сумочка стоимостью 740 евро. Очень красивые здесь модели сумок от Tory Burch. Обратите внимание, и цены, кстати, у них неплохие. И посмотрим, что одето на манекенах в этом магазине. Конечно, немножко блестит стекло, но все равно видно. Очень красивые, стильные. А здесь у нас витрина следующего магазина. Вот такие босоножки, сделаны под Шанель. Со скидкой сейчас 193 евро. Я даже решила зайти их примерять. Но, к сожалению, они абсолютно неудобные. Здесь тоже вся летняя обувь со скидками, неплохие цены, 50-60 евро, можно приобрести шлепанцы или босоножки на следующий сезон. А тут меня муж уговаривает примерить эти босоножки, как вы слышите, что хорошие цены, примери. Но я решила, что я потом еще в аутлет съезжу, посмотрю, может там что-нибудь присмотрю, а нет, так вернусь в этот магазин. Мы еще пока мы здесь только приехали, еще будет время. И вот эти босоножки, посмотрите, смотрятся они, конечно, неплохо, но колодка абсолютно неудобная, не знаю, я примерила, ни мне, ни мужу не понравилось, поэтому решила поставить на место, 193 евро, ну, я думаю, что у них абсолютно неудобно будет. Ну и пойдемте с вами еще по улице пройдемся, посмотрим еще какие-то магазины. Очень красивые деревья, мне здесь очень нравится, атмосферно. Мы отдыхали один раз в Бибионе, ну, нам не понравилось, а вот в этом городке нам очень нравится. Мы уже сюда приезжаем, по-моему, раз третий или четвертый, так точно. Здесь у магазина распродажа, и вот такая рубашка, кстати, очень хорошая ткань, 15 евро. Куртка из вельвета, стоимость 24 евро. Муж присматривает себе что-нибудь утеплиться. Боится, что замерзнет. Такая куртка тоже вот на сезон осень подойдет. 40 евро тоже сейчас со скидкой. А это безрукавка вот такая удлиненная тоже. На сезон осень утеплится, стоимость 29 евро, этот весь товар на скидках, и в принципе здесь неплохие вещи, можно что-либо выбрать, и цены, кстати, такие более щадящие. А это платье можно по улицам ходить, но можно приобрести его и для дома, такой неплохой вариант, и сейчас стоимость всего 10 евро. Магазин с аксессуарами, кстати, здесь очень неплохие, цена в среднем 149 евро, 130 евро, и вот такая вот средняя цена в этом магазине. Ну и покажу вам, какая красивая улица. Людей сейчас, кстати, не так много, хотя под вечер было очень много. Было тяжело пройти по тротуару. И еще что мне вот здесь не очень нравится, что это пешеходная улица, но по ней ездит транспорт. Не очень удобно, и поэтому люди движутся только по тротуару. Зайдемте с вами еще в один неплохой магазин. Название торговых марок я вам показываю. И вот такие туфельки, они из кожи, 89 евро. Лоферы тоже, видите, модные, вставки из леопарда, 129 евро. Очень симпатичное пальто. Обратите внимание, какой красивый подклад. И пуговицы очень нарядные. 239 евро. Очень симпатичное.
А здесь хороший выбор тапок таких вот теплых по 69 евро. Разные модели, также есть размеры, симпатичные. Муж почему-то застрял возле детской обуви, тоже, видите, такая из овчинки, красивая, в разных цветах, по 49 евро. Не знаю, почему ему здесь приглянулись, хотя у нас таких вроде маленьких детей у знакомых нет. Модная обувь в леопардовом принте по 169 евро. Посмотрите, какие красивые. А здесь у нас витрина мужской обуви. Очень симпатичные лоферы мужские. По-моему, это бархат по 229 евро. Ну, такие, я не знаю, на повседневный, наверное, вряд ли подойдет. Но куда-то на выход, на свадьбу, на выпускной, конечно, были бы очень красивые. Магазин Армани. Давайте с вами заглянем. И встречают нас такие кроссовки. Это, конечно, летний вариант со скидкой 119 евро. В новой коллекции пола от Армани. Ну, ткань у этого пола зернистая, 140 евро. Пола тоже в новой коллекции в белом цвете, но здесь ткань другая, более полегче, 150 евро. Вот из такой ткани мне пола больше нравится. Очень симпатичная куртка в новой коллекции от Армани. Ну, она, конечно, зимой в ней будет холодно, на сезон осень, весна, такую прохладную. 250 евро, очень красивая ткань. Видите, эта надпись, она выпуклая. Очень красивые худи в новой коллекции с капюшоном. Также обратите внимание, спереди высокий воротник будет закрывать шею. И это худи выполнено из двух видов ткани. Смотрится очень симпатично. Цена 220 евро. А мы с вами движемся дальше. Все рестораны работают, все магазины работают, все живет своей жизнью. Отдыхающих очень много. Конечно, на пляже их сейчас практически 1, 2, 5. А все на улицах, в ресторанах, все гуляют, отдыхают. Поэтому все равно отдых продолжается. Конечно, много итальянских номеров машин стоит, а немецких и австрийских, конечно, намного меньше. Витрина оптики, очень много красивых очков от люксовых торговых марок. Еще с вами заглянем в один магазин. Здесь тоже все на скидках. Футболочки от 15 евро можно приобрести. Такие брюки тоже очень симпатичные, украшенные пуговицами, тоже стоимость 15 евро. Изначально они стоили 30 евро. Здесь у нас пуловеры, стоимость по 15 евро, в любых цветах можно выбрать, и цена, видите, со скидкой. Безрукавка, тоже на сезон осень подойдет, 40 евро сейчас со скидкой, и если вы могли обратить внимание, воротник здесь меховой. В этом магазине, конечно, все практически на скидках, минус 50%. Можно выбрать что-то здесь неплохое. И учитывая, что сезон осень только приближается, а здесь уже осенние
коллекции со скидкой. Ну, это может быть с прошлых коллекций осталось. Легкая куртка на сезон осень, тоже со скидкой, 65 евро. А эти пловеры из новой коллекции, они без скидки. Кстати, много разных цветов, красивая вязка за 20 евро. Здесь очень хороший выбор женских брюк на сезон осень-зима подойдет. Я была очень удивлена, они стоимость по 10 евро, я думала, потом решила такие их примерить. Они, кстати, очень хорошо сели, поэтому я взяла себе две пары, муж говорит, бери. Я думаю, осенью на работу ходить, почему, пригодятся, сделаны хорошо. Ну а на сегодня буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам понравилось, подняла вам немножко настроение. Побывали вместе со мной на море, услышали шум прибоя. Надеюсь, вы не забудете поддержать меня лайком, написать комментарий и также не забыть оформить подписку. Всем удачи, жду вас в новых видео. Пока-пока.